Снежная пурга и морозный ветер кружили над республикой этой ночью. Чем обернулся снегопад для столицы Чувашии, смотрите в следующем сюжете. Дорога от дома до работы сегодня была непростой. Чебоксарцы откапывали машины из-под снежных сугробов и спешили на работу, преодолевая метель и пробки в 8 баллов. Не могли позволить себе опоздать на работу дорожной службы. Сегодня утром снежный город пыталась расчистить 71 дорожная машина. Как результат, очищенные центральные дороги и снежные каши в отдаленных районах города. Сведения о сразу нескольких ДТП стали поступать с 2 часов ночи. Одна из крупнейших аварий произошла на нечищенной развязке возле центрального рынка. В ДТП с участием 2 карет скорой помощи пострадал ребенок с приступом аппендицита. Сотрудники ГИБДД экстренно доставили его в больницу. Работе снегоуборочной техники во многих случаях мешали неправильно припаркованные автомобили. Их приходилось эвакуировать и везти на специализированные стоянки. Дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах удалось избежать благодаря слаженной работе дорожников УПРДОР Прикамья. В оперативном управлении ФКУ УПРДОР Прикамья находится порядка 329 километров дорог федерального значения. Это автомобильная дорога М7, западный подъезд к городу Чебоксары, восточный подъезд, а также автомобильная дорога А-151. А в настоящее время у нас заготовлено 321 тысяча тонн песко-соляной смеси и задействовано на уборке в общей сложности порядка 100 единиц техники. Хочу отметить в лучшую сторону работу подрядной организации. Проезд во многие дворы города с утра был существенно затруднен. Усилиями работников жилищно-коммунальных хозяйств к полудню ситуацию удалось стабилизировать. Здесь работаю. Прямо в этом детском саду, 61-м. Нормально все вроде. Сейчас вроде более-менее все очищено, смотрю. Вывоз трактора у нас организован был в 2 утра. Трактор свою работу выполнил. Заезды и проезжие части дворовой территории был убрано. Также велась работа дворниками дворовой территории. Дома все очищены от снега. С погодными условиями справились в полном объеме. Несмотря на стабилизацию ситуации на дорогах, ГИБДД по Чувашии призывает пешеходов и автомобилистов быть осторожными. В ближайшие дни ожидаются заморозки и гололедица. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаметов, Андрей Шоклев. Республика.